пятницу в Иванове стартовал форум ученического самоуправления ЦФО. Ребята из 11 регионов собрались в стенах лицея номер 23. Первый день – это знакомство. Школьники общаются, играют, рассказывают друг другу, как в их учреждениях организовано самоуправление. Площадок у нас несколько, у нас 3 дня будет. Приехали федеральные эксперты из Москвы, будут рассказывать про развитие самоуправления в школах, что делается в целом в России, в каких-то развитых более регионах, то есть в Москве там. В форуме участвует порядка 100 школьников. Задача – научить ребят организовывать различные образовательные и развлекательные мероприятия и научиться вовлекать в них своих одноклассников. Мы должны повышать определенный уровень ученического самоуправления, то есть создавая орган ученического самоуправления, который будет отвечать за определенные критерии, организация мероприятий, внеучебной деятельности и так далее. Также мы можем потянуть за собой других ребят, которые смогут стать гораздо активнее, перспективнее, развиваться. Мы даем таким образом какой-то шанс, сначала развиваясь сами, а потом помогая развиваться другим. Форум будет проходить 3 дня. Интерактивные площадки, тренинги и мастер-классы. По сути, каждый участник должен почерпнуть для себя максимум информации, чтобы, вернувшись в свою школу, поделиться ей с одноклассниками. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.